Основные вопросы – санитарное состояние улиц. Мусору и жвачкам на тротуаре и в ливневках не место. Шрамы на красивом лице курорта – вот такие заброшенные времянки. Это, например, осталось со времен строительства развязки и уже превратилось в свалку. Глава города потребовал уделить этим проблемам особое внимание. Во время объезда бросились в глаза также украшенные еще новогодними плакатами заборы. А на речной набережной вновь исчезли решетчатые люки. Где-то нужно обновить плитку, убрать ветки и прибраться около придомовых территорий магазинов. На некоторых улицах продолжается хаотичная парковка машин, за которых возникают пробки. Еще один вопрос – это повсеместная расклейка объявлений. Все эти нюансы, которые есть на каждой улице курорта, не критичны. Но, как отмечает мэр, все начинается с малого. На летний сезон к нам приезжает большое количество гостей. И, конечно, нам снова и снова нужно заниматься архитектурным обликом. И я сегодня поручил департаменту дизайна городской среды своему первому заместителю, чтобы по каждой улице города были заполнены так называемые дефектные ведомости. В этот список, который будет составлен в 20-дневный срок, войдут дома, нуждающиеся в реконструкции и обновлении фасада, заборы и тротуары. Освежат все центральные улицы города. Повторное проведение такой работы необходимо для того, чтобы поддерживать облик главного туристического центра России, чтобы он мог круглый год принимать гостей цветущим и чистым.